Здравствуйте, мальчишки и девчонки, а также их родители. В эфире программы «Бергаляп и Ряник», где мы учим слова на татарском языке. Вместе с вами и нашими участниками давайте с ними познакомимся. В нашей сегодняшней игре принимают участие две команды. В первой команде семья Файзулиных, Лилия и ее мама Гульнас. Исянесе, здравствуйте. Ну а во второй команде Ислам Минвалиев со своей группой поддержки в лице Лисян Хадиулина. Исянесе, здравствуйте. Салям. Лилия очень любознательная, открытая, любит насекомых, ну а в будущем хочет стать акушером. Лилия, скажи, пожалуйста, почему ты хочешь стать акушером? Ну, чтобы я была взрослой и хорошей. Чтобы быть взрослой и хорошей? Да. Гульнас, расскажите, а чем еще Лилия занимается? Лилия очень любвеобильная девочка, она любит готовить, очень мне помогает. Но особо с трепетом относится к тому, когда люди заболевают, но в особенности это дети. Она великую слабость питает к новорожденным. И поэтому, я думаю, ее профессия будет связана именно с этим профилем. Но вы сказали, что она любит готовить. Лиля, скажи, пожалуйста, какие блюда ты готовишь? Котлеты. Котлеты? А нравятся маме твои котлеты? Да. Очень здорово, что вы сегодня с нами в этой студии. Второй наш герой – Ислам. Любит шахматы, занимается плаванием и участник многих телевизионных проектов. Ислам, скажи, пожалуйста, какую профессию ты выберешь? Телезвезда. Телезвезда? А что нужно сделать, чтобы стать звездой? Не знаю. Ну, наверное, я думаю, очень много стараться. Лисян, расскажите, какими качествами должен обладать настоящий телеведущий? Вы знаете, я считаю, что если ребенок активный, трудолюбивый, любознательный, то он многого добьется в жизни. Он сможет стать и телезвездой, и кем-то другим. Самое главное – это желание, да, Ислам? И усердие. Ну, я думаю, что у него все получится, потому что у детей, которые приходят в нашу студию, очень большое будущее. Мы познакомились с нашими героями. Давайте начинать. Тема сегодня – овощи яшель-шаляр. Ну, а впереди первый тур, который называется «Жауаптап». Правила первого тура очень просты. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о тех или иных овощах. Задача наших команд – угадать, о каком же овоще идет речь. Вопросы мы будем задавать поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Если вы готовы, смотрим. Противная. Я ее не ем. Мама любит. И еще в салат кладет. Он бактерии убивает. Я ее не люблю, потому что она горькая. Итак, Лили, о чем же идет речь? Как ты думаешь? Лук. Лук, ты уверена? Это неправильный ответ. Ислам, о чем же идет речь? Чеснок. Уверен? Да. Это правильный ответ. Ты получаешь 1 балл в свою команду. Чеснок по-татарски сарамсак. Ну что ж, Ислам, очередь твоя ответить на вопрос. Смотрим на экран. Она растет в огороде. Она оранжевая, длинная, очень вкусная, полезна для глаз. Чтобы зубы были крепкими. Да, еще, чтобы не болели. Я ее люблю в тертом виде с песочком. Этот овощ любит кролики, он оранжевый. Да, она такая вкусная, что даже мы ее едим. Она потому что сладкая и хрустящая. Ислам, что же так любят кролики? Морковь. Морковь? А ты любишь морковь? Нет. Нет? Почему? Она невкусная. Она невкусная, но она очень полезная, между прочим. Но это правильный ответ, ты получаешь 1 балл. Морковь по-татарски кишер. А я тоже люблю морковь. Я кушаю морковь, чтобы зубы были крепкие и хорошие. Молодец. Совершенно верно. А ты знаешь, что морковь еще очень полезна для зрения? Да, я знаю. Вот, и поэтому мы всем вам, друзья, советуем есть морковь и продолжаем угадывать рассуждения детей. На этот раз, Гульнас, вопрос будет вам. Смотрим на экран. Тушеная она вообще невкусная, я не ем. Она бело-зеленая, круглая, большая. Ее просто рвут, как волосы рвут. И потом ее кушают. Этот овощ хрустящий и многослойный. И в ней находят ребенка.
Итак, Гульнас, что же такое? Капуста кабесте. Капуста кабесте, хрустящие, в них иногда находят ребенка. Именно так думают дети. Вы дали правильный ответ. Один балл вашей команде. Капуста по-татарски кабесте. Ну что ж, следующий вопрос, Лейсан, вам. Смотрим на экран. Оно растет на земле. Да уж, на земле. Желтый растет, потом большой-большой становится и оранжевый. Еще ее можно отрезать глаза, еще лотик. Семена белого цвета. Потом туда положить фонарь, потом ее закрыть. Скользкая, она превращается в карету. Итак, Лисян, что же в сказке превращается в карету? Тыква. Тыква. Ислам подсказал? Нет, сама. Сама, все сама. Это правильный ответ. Один балл вашей команде. Ну а тыква по-татарски хабах. Ну что ж, на очереди пятый вопрос. Ислам, Лили, берите в руки игрушки. Как только мы досмотрим ролик, кто первый нажмет на игрушку, взрослые могут помогать нажимать, тот и первым будет отвечать. Итак, внимание, смотрим. Он растет на грядке, да. Из него делают салат. Еще он может быть соленым. А еще его любят черепахи. Да. Итак, Лили была первой. Итак, Лили, как ты думаешь, что это? Это... Огурец. Огурец. Совершенно верно. Огурец по-татарски кыяр. Один балл уходит в вашу команду. Я вас поздравляю. И со счетом 3-2 в пользу Ислама и Лейсан мы продолжаем нашу программу. В эфире программа «Бергаляп Ираник», в которой мы учим слова на татарском языке. Давайте вспомним 5 слов, которые мы сегодня выучили. Итак, Ислам, как будет по-татарски чеснок? Сарымсак. Яхша. Лиля, как будет по-татарски морковь? Кише. Бик яхше. Ислам, как будет по-татарски капуста? Кабесте. Совершенно верно. Лиля, как будет по-татарски тыква? Кобак. Умница. Ислам, тебе слово огурец. Кыяр. Именно так. Ну что ж, мы повторили слова и готовы продолжить нашу игру. В эфире второй тур, который называется «Истеколдер». И в этом туре в 9 ячейках будут расположены те или иные овощи. Ваша задача – запомнить расположение каждого овоща. У вас на это будет 15 секунд. Внимание на экран. Время пошло. Итак, мы закрываем наши картинки, потому что время вышло. Лиля, тебе первый вопрос. В какой ячейке находится огурец? Кыяр. В четвертой. В четвертой. Но мама сомневается. Можете посоветоваться. В девятой. Это неправильный ответ. Ислам получает возможность ответить. В какой ячейке находится кыяр, огурец? В шестой. В шестой. Открываем шестую ячейку. Это правильный ответ. Огурец находится в шестой ячейке. Один балл вашей команде. И тебе же, Ислам, вопрос. В какой ячейке находится чеснок, сарымсак? В четвертой. В четвертой. Давайте открывать четвертую ячейку. И это неправильный ответ, к сожалению. Итак, Лиля, в какой же ячейке находится чеснок, сарымсак? Пять. Пять. Давайте открывать пятую ячейку. И это правильный ответ. Один балл твоей команде. Гульнас, в какой ячейке находится морковь, кишер? Третий. Третий. Давайте открывать третью ячейку. И это неправильный ответ. Но мне казалось, что 15 секунд было достаточно, чтобы запомнить. Но, видимо, это не так. И возможность ответить переходит к другой команде. Лисан, в какой ячейке находится морковь, кишер? Первая. Первая. Открываем первую ячейку, и там морковь, кишер, совершенно верно. Итак, Лисан, вопрос вам. В какой ячейке находится капуста, кабесте? Восьмая картинка. Восьмая ячейка, открываем восьмую, и там находится капуста, совершенно верно. Ну что ж, берем в руки наши игрушки, потому что на очереди пятый вопрос. Как только я его задам, кто первый нажмет, тот и будет отвечать. Взрослые могут помогать нажимать. Итак, в какой ячейке находится тыква, хабак? Так, кто же был первый? Мы. Мы, говорят Лилия и Гульнас. Давайте... Во второй. Во второй, говорят они. Давайте открывать вторую ячейку. Там ли находится тыква? Она находится там. Это правильный ответ.
Счет после второго тура 6-4. Впереди вновь Лейсан и Ислам. Но что же будет в конце, узнаем в третьем туре. В эфире программа «Бергаляп Ираник». И давайте снова вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Тема сегодняшней программы – овощи. Яшель-шаляр. Чеснок – сарымсак. Морковь – кишер. Капуста – кебесте. Тыква – кабак. Огурец – хияр. Мы готовы начать третий тур. И в этом туре вас ждут загадки. Каждой команде будет предложена одна загадка на тему овощи. И вы должны, естественно, отгадать, о чем идет речь. Итак, начнем мы с кого? Давайте с Лили и Гульнас мы начнем. Итак, первая загадка вам. Уродилась я на славу. Голова бела, кудрява. Кто любит щи, меня в них ищи. О чем же идет речь? Капуста. Совершенно верно, не надо сомневаться, потому что это правильный ответ. Один балл вашей команде. Ислам Лейсан, следующая загадка для вас. Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. Морковь. Морковь. Как думает Ислам? Морковь. Морковь. Это правильный ответ. Морковь, кишер. Как только прозвучит третья загадка, мы нажимаем на игрушки. По традиции, кто первый нажмет, это будет отвечать. Без окон, без дверей, полна горница людей. Огурец. Совершенно верно. Огурец по-татарски. Кыяр. И счет после третьего тура 7-6. Наша программа подошла к концу. Туган тель узим үшін, башқа тель күнім үшін дилер. Тілеріні үйренігіз, ең мүхімі туған тіліні ұнатмағыз. На сегодня все, мы с вами прощаемся, но скоро обязательно встретимся. Келесі шырашыларға қадар. Сау болыңыз, достар! Сау болыңыз!